Приветствую, друзья, вновь. Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Far Cry 3. В прошлой серии мы добыли наконец-то с вами нож, который в свое время видели в приходе под каким-то зельем. И на выходе у нас случился конфуз технического плана. Обратная игра зависла, сохранение похерились, извините за выражение, но по-другому я не могу это сказать. Потому что мне пришлось пробегать практически все миссии, начиная с Медузы, или нет, не с Медузы, с ностальгии корабля заново. Я был очень зол, я вышел из пещеры, сохранился здесь и начал писать серию. Надеюсь, в этот раз у нас не будет таких конфузов. Если что, благо, мы начнем отсюда. Давайте в этот раз мы отправимся сразу по заданию основному, никуда сворачивать не будем. Как вы можете заметить, много чего, что мы делали во время прохождения, сейчас не выполнено. Но я надеюсь, вы не будете на меня обижаться. В свое время вы, кто смотрел серии, могли увидеть, что я все выполнял по чесноку, без всяких читов и тому подобному. А сейчас я, когда перепроходил, я просто бежал и не обращал внимания на левые миссии. Я даже таланты многие не раскидывал. По-моему, у нас там что-то есть даже. Сейчас посмотрим. Навыки. Да, целых 3 навыка. Так, их стоит раскидать сюда, например. Думаю, остальное мы прибережем. Вдруг нам понадобится куда-нибудь это использовать. Так, у нас есть несколько вариантов событий. Мы можем... пойти вот сюда, это испытание ракет, получить халявный опыт и деньги и пойти по основному заданию. Давайте испытание ракет сделаем. Ведь нельзя просто так взять и пройти мимо испытаний ракет. Тем более, что они довольно-таки интересные бывают. В свое время мы, по-моему, выполняли, там надо было убивать много врагов из пистолета с глушителем. Так, неплохо. Круто. Где машина? Неплохо. Вошло. Еще друзья есть? Так, нет, отсюда еду. Неплохо. Так, у нас есть минута. И надо еще 200 с копейками народа поубивать. Так, неплохо. По-моему, двойной разе всем вошло, нет? Так, мы, похоже, запалились, все. Так, 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 так. Да, так она и есть. Вертолет. Ну вот это плохо, кстати, что вертолет прилетел. Надеюсь, за него нам больше дадут денег. Так, укольнемся. Ой-ой-ой. Ну давай, братюня, быстрее все делай. Так. А времени-то нету совсем. 23 секунды. 170. Может, успеем еще. Так, 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 так. Иди сюда. Давай, давай. Не успели. Второе место. Ну ладно, тоже неплохо. И было довольно-таки весело. Хотя экстрима тоже было много. Как вы видели, у нас позиции особо было не сменить. Поэтому воевали как могли. Так, и машина появилась. Как удобно. Какой сервис в игре, как говорится. Хочешь машина, вот тебе машина. Хочешь пушку, вот тебе пушка. Ну ладно, пушек может и нету, но деньги валяются только так. Так, мы и приехали, кстати. Хотя, стоп. Я вижу, у нас совершенно нету зелий для хилки. Надо исправить этот непорядок. Благо травки, как вы видите, у нас много. И вокруг травки тоже много. Если что, соберем. И возьмем мой любимый пулемет. Как я думаю, после освобождения нашего друга, Бак нам устроит засаду.
Видите, тут выход всего один. Будет очень удобно отсюда, как говорится, нас ловить. Ну, привет, Бак. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Друга, гони. Ладно. Веди сюда. За дверью. Ой, братюня, ну что ты делаешь? А вдруг он убитый там? Нужно отдать должное китаёзам. Доверчивый ты. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. Братюнь, ты затюрка на какой-то. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Ёй-ёй-ёй, как они тебя затюркали, а? Бро. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Да. Обещай мне. Все нормально, идем. Да. Кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь. Правильно. По-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Ты пидор? Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. А ну-ка, иди сюда. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Это прям как у нас в видении, кстати, было. Как мы будем драться-то? У нас прям сцена, как в Resident Evil 4. Там точно так же было. Ой-ё-ё-ё-ё. Я же все правильно нажимал. Так. Умри, гад. На тебе. Опа. Хорошо вошло. Голуботня. Неплохо. Достал тебя. Джейсон. Ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Добро после Пойдем такого со мной, я знаю, не выживают. Разве что в Resident Evil только. Мы выполнили миссию. Неплохо, кстати. Я давно хотел его убить. И предоставили очень хорошую возможность. Так, у нас снова надпись наверняка из Алисы в Стране Чудес. Как я понимаю, она появляется после того, как мы подходим к какой-то важной части прохождения игры. Второй раз надпись появилась довольно-таки быстро, кстати. Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Да без бы. Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Я все сделаю и еще всех спасу. Этого. Я не смогу. Я найду Райли, и мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Что? Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Твою ж. Офигеть, парни, это же звездец. Кит? Боже. Нет, Райли. Привет. Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Эй. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь Просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ну ты поняла, мне не секс ладно? Нужен. Я буду здесь. Я так примолк, не только потому, что я хотел, чтобы мы послушали эти сценки. Их разговоров, но и потому, что, вы понимаете, это как сурово. Один брат умер и у него на глазах, и второй умер. Мы не смогли его спасти. Так, может мы можем съесть? Давайте расслабимся.
так, у нас наверняка сейчас будет очередное воспоминание. Я поэтому, кстати, и захотел это съесть, а не потому, что я решил сделать из нашего героя наркомана. Так, это кто? Райли? Идите в клубе Райли. Это не Райли? Бро. Бро. Классный клуб. Там два американца начали разборки в сортире. Тупые они, туристы. Сортир здесь? Диджей Рейден, тут! Джейсон, а мы с это останешься? Ну да, эй, брата моего не видел? Кепки? Ага. А, в сортир пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт, спасибо, увидимся. Так, 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 так. Что у нас тут? Платить за девка! Э, поцеловал, плати. Она меня за задницу лапала. Мое мнение, пусть сама платит. Доллары! А то хана! Да не буду я платить, чем? Друг, не заводись, ладно? Вот деньги. Райли, заткнись и принеси мне пиво. Ты как не мужик. Что? Кейт, остынь, вернемся внутрь. Эй, без драк, ты обещал. Как скажешь. Кейт у нас был крутым. Эй, здоровяк пусть платит. Отвали, мудила. Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходишь, еще баран. Еще посмотрим. Да, Кейт у нас был бэком. Как его жизнь опустила, а? Так, интересно, а мы еще можем съесть конфетку? Или это смертельно все-таки бывает? О. Но это хоть немного разгрузило. Так, мы на корабле. Обратно нас даже не укрыли. Очень мило. Спасибо вам, друзья. Я вас еще больше хочу спасти. Так, так, так. Съесть конфетку, я так понимаю, мы больше не можем. Нет, можем. Ну-ка. Передоза, надеюсь, не будет. Хотя мы сейчас можем просто так проснуться. Или еще что-то вспомнил. Смотрите, как интересно, я и не знал. Все-таки интересно узнать. Офигеть. Понял, мы так и будем танцевать, пока нас... О! Ну... Джейсон, задняя дверь! Сюда! Так, мы, оказывается, кого-то тут знали, смотрите, нам помогают. Где давай, давай, держи дверь, старше держи где? Дверь. Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Давай, давай, давай! Еще как! А, вон, все вот здесь. Да, чел, да. Я проголодался, друг. Осталось сделать татуировку на лодыжке, и отпуск удался. Ты хочешь, хочешь татуировку Янтру? Да. Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дук. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дук! Эй, Дук! А Джейсон говорит, вы путешествуете да. в Азии. Бангкок – последняя остановка. Хороший выбор. Тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе? И что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это, у вас бабки есть? Да, яхту снять хватит? Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? Ха-ха, черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай.
Вот это я понимаю. Прыжок наугад. Это рискованно. О, да ладно! Нет, это рискованно. Будет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпка. Видишь, Лиза, нам подходит. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Ну и где этот остров? Похоже, нас подставил друг. Это диджей. Больше таблетки, наверное, жрать не будем. Или давайте, если уж возможно, еще разок и закончим на этом серию. А мне так очень интересно узнать всю историю. Хотя братюня в этот раз приходит что-то дольше обычного, да? Может, узнаем, как нас пленили, а? Это очень-очень интересно мне. Я надеюсь, вам тоже. Съешь меня. Кончились? Как так, доктор? Нехороший вы, доктор. Я только пристрастился, а вы... Ой, я знаю, он это специально сделал, чтобы мы пошли и клянчили. Хотя, возможно, если по сюжету дальше мы пройдем, оно открывается в определенные моменты. Так. У нас очередное задание — отнести Цитри ножик. В принципе, мы можем это успеть даже сейчас сделать. Давайте телепортируемся туда просто. Нет, это не сюда. Вот сюда. Так, или давайте даже, я думаю, она нам выдаст очередное довольно зубодробительное задание, потому что последние все задания довольно-таки долгие, поэтому давайте оставим это все на следующий раз и продолжим проходить потом, как раз и увидим и начало миссии, и конец, я надеюсь. Поэтому закончим сейчас. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.